Ребята, всем привет! Сегодня я покажу новое упражнение для тренировки всех пяти пальцев, как заявлено в сборнике Ганона. С помощью этих упражнений вы развиваете все направления вашей фортепианной техники при условии накапливания их количества и постоянного прогона перед основной работой, то есть вашей работе над произведениями. Итак, кто дошел до 16 части и 18 упражнения Ганона, соответственно, знает о необходимости слежения за множеством нюансов. И если хотите восстановить в памяти необходимые моменты, используя которые вы облегчите себе время провождения за игрой упражнений и доведете их до автоматизма, то можете пройти по ссылке к началу плейлиста с упражнениями и вспомнить, как это было, начиная с самого первого упражнения. А теперь давайте начнем разбирать новое. Итак, играть будем его в 2 октавы, как обычно. Темп для разучивания возьмем средний от 60. Повторяя формулу от новой ноты, то есть от до, от ре, от ми, от фа, от соль, от ля и так далее, я советую вам мыслить формулой, которую надо будет повторить от новой ноты, да, от следующей ноты. А теперь сама формула, но прежде всего хочу сказать, что, как вы заметили, все упражнения, которые я показываю, можно запоминать образно, запоминать ассоциативно. Как в данном примере, то есть копошащийся жук. Или используя формулу, которую я оставляю в письменном виде внизу под видео в описании. Разворачивайте описание, там всегда много новой и нужной информации. Итак, теперь сама формула. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. Атре. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. От фа. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. От соль. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. От ля. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. От си. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту наверх и так далее. Пойдем на вторую октаву. Давайте покажу левой рукой. То же самое. То есть зеркальное отражение. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту наверх. Атре. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. Атми. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту вверх. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту наверх. От соль. Шаг через ноту вниз, через ноту вниз, через ноту наверх и так далее. Обратите внимание на небольшое движение локтя в начале от первого к четвертому пальцу, а потом от третьего к пятому. От ре. От первого к четвертому, от третьего к пятому. То есть здесь то же самое. То есть у вас как будто бы опять два кружка вы рисуете в воздухе. Так, давайте я сыграю от начала до конца в восходящем движении. Да? От си будет последний раз, концовка там не будет меняться, только будет немножко меняться аппликатура. Я укажу этот момент в описании формулы под видео. Итак, давайте в восходящем направлении сыграем. Кстати, аппликатуру и саму формулу я всегда выписываю в описании, как я уже говорила. В обратном направлении начинаем от соль, формула зеркально. Шаг через ноту вверх, через ноту вверх, через ноту вниз. От фа. Шаг через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту вниз. От ми. Шаг через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту вниз. От ре. Шаг через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту вниз. А до. Шаг через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту вниз. А си. Шаг через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту вниз и так далее. Давайте левой. Шаг через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту.
шаг. Через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту вниз. Отми шаг. Через ноту наверх, через ноту наверх, через ноту вниз. Так, отля будет последний раз. Там ничего не меняется, только меняется немножко аппликатура. Давайте сыграю теперь в нисходящем направлении сверху вниз. Наверх и руки положили отдыхать. Итак, на начальном этапе отдыхаем после каждого упражнения, после присоединения с другими упражнениями каждую последнюю ноту считайте за первую следующего упражнения, то есть играете без перерыва на снятие рук с инструмента. Скоро новые упражнения мы присоединим к уже готовой пачке, которую я уже играла целиком в специальном видео, и я сниму видео с 1 по 20 упражнение, то есть подряд с 1 по 18 часть, когда мы разучим новые упражнения, то есть осталось мне вам показать еще 2 упражнения. Итак, давайте теперь сыграю от начала до конца. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!